прям вот так вот поднять флаг бокала, там подбой курантов, например. Мне больше нравится с семьей, ну и со всеми моими одноклассниками. Иногда мы в Москве отмечаем Новый год, а иногда в Десногорске. Гулять, отмечать, пытаться ходить на кружок. А что, как обычно, все будет? Ничего особенного. Ну, немножко праздновать буду, и все. Наверное, запишусь на баскетбол и буду ходить на скульптор. Я хожу сейчас на футбол, но из-за того, что баскетболисты занимают тренировками наш зал, я решил записаться на баскетбол. Я с папой, с мамой, с сестрой собираюсь сначала сходить к дедушке и к бабушке, потом пойти домой и отмечать Новый год. На следующий день, если будет снег, мы пойдем кататься на ледянках, на санках. По-моему, лучше с родителями поехать в деревню и там провести Новый год. Буду гулять с друзьями и кататься на санках. Мне кажется, нужно больше проводить время с семьей, развлекаться, гулять, когда, если будет хорошая погода также. По-моему, лучше провести с родными людьми. Ходить по кафе, по разным вечеринкам, еще отмечать с друзьями. В школе будет у нас елка, это тоже хорошо отметить так. Я поеду в деревню, и мы будем наряжать большую елку в центре деревни. Я буду проводить дома и с семьей, буду отмечать Новый год. С друзьями, может, буду гулять, на коньках, на лыжах кататься. Я поеду в Москву к моим братьям, к брату и сестре, и буду с ними ходить куда-нибудь, в кафе, например. Я бы хотела бы учиться, потому что надо же получать знания. Надо же по математике надо как-то считать, умножать, делить. Это много всего надо делать. Мое самое любимое желание – сделать шкатулку большую, потому что я не делаю ее никогда. И подарю сестре на Новый год или на день рождения. Мое самое большое желание – ходить на гимнастику. Я хочу ходить на гимнастику, потому что я хочу стать знаменитой гимнасткой. В этом году я хочу завести много друзей, учиться лучше, особенно по математике, побольше пятерок. У меня самое большое желание поехать на танцах в Москву и победить. Я занимаюсь второй год, и я хочу победить. Наверное, закончить пятый класс на отлично, потому что я уже круглая отличница все 4 года. Хочу пятый класс закончить на отлично. Выучиться в музыкальной школе хорошо. У меня будет концерт один, и я хочу его хорошо сыграть. И мое желание на следующий год, чтобы у всех все было хорошо. И у меня тоже. Я хочу себе телефон, потому что у меня свой старый, он уже почти что не работает. И, например, там нельзя позвонить, он плохо, надо 2 раза нажимать на все. Мое желание – это хорошо учиться и получать хорошие оценки в школе, чтобы окончить школу с наградой. Чтобы я хорошо учился и моей семье все было хорошо. Я учусь неплохо, но хотя бы лучше. Самое желание – это получить 200 тысяч, чтобы сделать подарок самой лучшей подруге. Я хочу сделать ей такой подарок, потому что она мне дарит много всего. Больше всего провести охоту дома, потому что я люблю поспать, отдыхать, чтобы все было как обычно. Мне большего не надо. Я хожу на кружок, я хожу в школу, иногда хожу погулять, делаю уроки.